Этот год в нашем крае отмечен двумя событиями. Во-первых, юбилей Алтайского края, но вторая не менее значимая дата. Этот год проходит на Алтае под знаком Роберта Рождественского, которому исполнилось бы 90 лет. И недавно делегация нашего края побывала с выступлениями, в том числе в цитадели шестидесятников Переделкино, где сейчас находится дача Рождественского. И поэтому тема нашего сегодняшнего разговора навеяна как раз этой поездкой в Переделкино. Шестидесятники – это поколение интеллигенции советской, которая сформировалась в начале 60-х годов, отсюда и название, после знаменитого 20-го съезда КПСС, на котором был развенчан культ личности Сталина. И это поколение называют еще «дети оттепели», поскольку в нашей советской культуре это получило название «оттепель», то представители этого поколения – молодые люди, которые приветствовали дух свободы, идеи свободы, равенства и братства, которые приветствовали перемены, которые могли бы привести к лучшему. Надо просто напомнить, что в то время наша страна, всего лишь прошло 10 лет после войны, недавно отменили карточную систему, все ходили строем, было раздельное обучение мальчиков и девочек. Очень жесткие идеологические формы, рамки. У каждого было свое место в этом строю. И поэтому, когда прежние идеалы были сокрушены, когда оказалось, что мы немножко идем не туда, то большая часть молодежи буквально взбунтовалась. Тогда ведь еще открылись границы. На самом деле все началось не в 60-е, а в 50-е годы, в середине 50-х годов, когда появились толстые литературные журналы, появилась возможность печататься. Именно тогда возникли журналы «Москва», «Знамя», «Волга», «Урал», «Молодая гвардия», «Юность», на которых начали печататься робко еще произведения, которые невозможно было представить в эпоху 30-х годов, 40-х годов. И на страницах этих журналов появлялись стихи, романы, в том числе «Белая одежда» Дудинцева, роман Оренбурга «Оттепель», который дал название всему процессу. Но самое главное, пожалуй, это, конечно, поэты. Это были кумиры того времени. Они, можно себе представить, что на выступлениях поэтов им аплодировали, сгоняли попсу и требовали стихов. Многотысячные аудитории, которые собирали Лужники, музей в Политехническом, они стали просто каким-то знаком времени. И среди этих поэтов, шестидесятников, выделялась активно четверка. Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко. Они все были практически сокурсниками по литературному институту. Рождественский поступил туда в 51 году и в 55 году, за год до выпуска, выпустил книгу, которая называлась «Флаги весны». Название очень знаковое и даже символичное. Под какими флагами призывал поэт в то время. Флаги эти были, как нам сейчас представляется, очень просты и незамысловаты. Это, конечно, свобода, выражение своих мыслей. Это, конечно, приоритет маленького человека. Нет маленьких людей. Вот этот конфликт с властью любого человека, который подавлялся буквально диктатом в советское время, здесь появилась возможность заявить о правах этого маленького человека. У Роберта Рождественского даже родилось такое стихотворение, которое носит символичное название «Винтики». И я вот хотел бы зачитать фрагмент из этого стихотворения. «Я не верю, хоть жгите, не верю в бессловный винтичный разум. Я смирению не завидую, но эпоху понять пытаюсь. Я не верю, что это винтики с грозным космосом побратались, что они сидеют над формулами и детей пеленают бережно. Перед чутками микрофонами говорят с планетой бешеной, и машины ведут удивительные, и влюбляются безутешно. Я не верю, что это винтики на плечах нашу землю держат. Посредине 20 века облетают ржавые символы. Будьте счастливы, человеки, люди умные, люди сильные». И вот толпы людей, собирающихся у памятников на любой площадке, слушающие поэтов, вот такие слова,
где каждый обретает веру в себя, веру в то, что он не винтик, а значимая часть твоей страны, делающая будущее. Это все подкреплялось тогда и конкретными делами. Это было время энтузиазма, время подъема. Казалось, в воздухе разлито просто вот это ощущение пьянящей свободы, ощущение того, что впереди очень многих большие дела. Страна полетела в космос, открываются гидростанции, начинается процесс освоения целинных и залежных земель. Везде требуются энтузиасты. И вот эти стихи, где каждый считал себя боевой единицей в строю, очень много сделали для того, чтобы эти процессы пошли полным ходом. В то же время традиционные противоречия, которые были среди интеллигенции, между физиками и лириками, между горожанами, урбанистами и деревенщиками, между туристами и путешественниками, они были всегда и есть. Это же время, когда в любой сфере искусства шестидесятники, очень заметная веха в нашей культуре, в любой сфере искусства, театр, это возникала Таганка и современник, Таганка Юрия Любимова, которая просто перевернула сознание масс такими спектаклями. Живопись, Эрнст Неизвестный со своими работами, которые привели к тому, что знаменитую выставку бульдозерную, так называемую, Хрущев разогнал бульдозерами. В кино творилось что-то невообразимое. Я напомню, что в начале 60-х годов в ВГИКе учились одновременно Андрей Тарковский, наш земляк Василий Шукшин, Геннадий Шпаликов. Они сейчас в виде скульптур стоят на крыльце ВГИКа. Это, наверное, такое олицетворение самого, не самого успешного, но самого талантливого поколения в истории нашей страны шестидесятников. И вот фильмы Марлена Хуциева, фильмы Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве», Хуциева — это «Застава Ильича», первый фильм Василия Макаровича «Живет такой парень», они произвели такой переворот в эстетике. «Живет такой парень» — тоже фильм о простом, обычном человеке, водителе, шофере, не отмеченном никакими талантами, но который настолько вписался в эту культуру того времени, в этот энтузиазм, приехавший в колхоз работать, открытый людям, с улыбкой, с чистыми мыслями и помыслами, знающими, что будет завтра и что будет дальше. Это, наверное, такого героя требовала эстетика того времени. И вот это все, вот такой энтузиазм, он, наверное, привел к тому, что страна изменилась, неузнаваемо изменилась. В ходу были идеалы. Я даже приведу пример. Наш алтайский поэт Мерзликин, Леонид Мерзликин, он в то время учился в литературном институте в Москве. И есть видеозапись, где он с удовольствием вспоминает о том, что один раз они со своим другом после занятий пришли на площадь Маяковскую в Москве и стали выступать возле этого памятника. Просто встали на постамент и стали читать по очереди свои стихи. Потихоньку вокруг них образовалась толпа людей. В то время поэзия завораживала. Люди останавливались, слушали, начали аплодировать. Начали заказывать, почитайте нам из Пушкина, почитайте из Маяковского. Они читали, пока ими не заинтересовалась милиция, подошла и увезла их в Кутузку, где, разобравшись, что они студенты литинститута, и читали не что-то там крамольное, не что-то диссидентское, а именно свое, настоящее, почвенное, деревенское. Разобрались, подержали немножко, погрозили пальчиком и отпустили. Но вот это был такой стиль. И в Барнауле было то же самое. Поэты могли идти по улице, вспоминаю, там, Геннадий Панов, наш поэт, остановиться возле пожарной лестницы, забраться на две ступеньки, держась одной рукой, и начинать декламировать, размахивать руками. Сразу же образовалась толпа, и люди благоговейно внимали, потому что поэты были тогда как боги. И к ним прислушивались, им следовали, им верили. К сожалению, конечно, эта эпоха, как и все хорошее в жизни, прошла. Повзрослели слушатели шестидесятников, разуверились в идеалах, в стране побеждала бюрократия, при Хрущеве и позднее Брежнева это было так. Многие шанс вот этот на перемены в пользу демократии, в пользу свобод был упущен. И в стране опять воцарилось потихонечку тоталитаризм, цензура. И, конечно, отшатнувшись, уже поэты были не так популярны, не так им верили. Да и сами поэты, кстати, они, во-первых, никогда не были однородны, шестидесятники. Андрей Вознесенский как-то метко сказал,
Вообще-то мы шли разными путями, вот если представить такую себе метафору, мы шли разными путями, но какие-то неведомые разбойники привязали нас к одному дереву. И поэтому мы были вместе спинами, хотя и смотрели в разные стороны. Поэтому и шестидесятники тоже по-разному. Кто-то стал диссидентом, кто-то ушел в подполье, кто-то покинул нашу страну и уехал на Запад. Кто-то ушел в почвенничество, стал таким литератором, который, может быть, далек уже от этих идеалов, которые в то время были, это же время, когда мы очень были открыты еще всему миру. Прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это было неслыханное событие, что в стране, победившего социализма, коммунистической стране, приехала 131 страна, и люди увидели, насколько мы живем, насколько хорошо или плохо, счастливо или несчастливо. Но в любом случае это было, мы были открыты всему миру. К нам хлынула зарубежная продукция. И не только фильмы неореализма итальянского, например, не только модные какие-то тенденции, а они были, поскольку у нас появились и стиляги, и все что угодно в то время. Новые пластинки, новая одежда, новые какие-то западные стандарты поведения, западные стандарты потребления. Именно тогда зародились вот все основные такие пороки общества, которые мы сейчас можем говорить. Общество потребления, бюрократия сплошная и так далее. Поэтому и поэты уже, может быть, разуверились в этих идеалах, и каждый пошел своим путем. И я хочу сказать еще о том, что на Алтае эта эпоха шестидесятников, она связана, во-первых, с алтайским поэтом, во-вторых, с самим Робертом Рождественским. Все мы знаем, что у нас существует такой мемориальный музей Роберта Рождественского в Косихе. Я хочу напомнить, что там существует гостиная шестидесятников, где то, что мы знаем об этом времени, тот такой нерв и дух эпохи, воспроизведен, насколько это можно. Указаны основные события того времени, атрибуты того времени. И, конечно, любой, зайдя в эту гостиную, это машина времени. Там есть телефон, по которому мы можем позвонить Андрею Вознесенскому, послушать его стихотворение, посмотреть телевизор передачи эпохи Рождественского, послушать радио той поры с выступлениями Хрущева, с музыкой тех лет, пластинки послушать там Акуджавы, Галича и Высоцкого. То есть перенестись в ту эпоху мысленно. И она пользуется гостиной шестидесятников большой популярностью. Я хочу сказать, что это время, наверное, одно из самых романтичных в нашей стране. Оно закончилось в 68 году с вводом наших танков в Чехословакию, где пытались построить социализм с человеческим лицом. И она вот тихо скончалась, эпоха в ту пору. Но до сих пор осталась одним из самых ярких и светлых пятен в истории нашей не только литературы, но и культуры вообще.